Всем доброго времени суток, с вами Сайлент Машика, и сегодня у меня для вас новости на 25 число 3 месяца 2019 года, и как вы могли заметить, понедельник на дворе, соответственно, новая неделя, а именно новые начинания нас ждут. Но сразу стоит уточнить, что ушли бонусные выходные ресурсов, к сожалению, либо к счастью, но бонус Долина Сфер должен был вернуться. Несмотря на то, что игра пишет об отсутствии данного бонуса. Поэтому до конца операции, хотя и осталось меньше суток, но вы все еще можете быстренько пофармить, например, беглецов Сатурна 6. И теперь к основной части, а именно пятая неделя ночной волны прибыла со своим рядом испытаний. И на этот раз деяния не то чтобы слишком просты, но придется вернуться в давно подзабытые режимы. Поэтому давайте попробуем пройти через все это дело вместе. Я не буду говорить о том, как выполнять очевидные вещи, по типу того, как нанести 150 убийств радиаций, но вот завершите несколько сканирований Лецифона Симериса, не забудьте взять сами заказ, и у саппортицы тоже можете цель просканировать, но не забудьте именно сами просканировать. Миссии кошмары, тут тоже ничего страшного нету, потому что миссии эти существуют уже довольно давно, просто возьмите и пройдите их. Спрятанные ящики на миссии диверсии, ну тут уж проявите смекалку, слушайте звон ящиков и тому подобное. Три ящика надо найти, благо не на одной миссии. Несколько редких рыб поймать, это уже принесите свою приманку на равнины Эйдолона. Я правда в последний раз слышал, что люди жалуются, мол, рыба появляется там редко. Но принесите приманочку, возьмите, найдите там горячий источник, либо бульканье, и все у вас будет нормально. Интересно, что разрабы решили изменить акт по специалист по вылазкам, потому что раньше надо было 5 вылазок завершить за одну неделю, теперь только одну. Видимо, слишком много критиковали ДЕ, поэтому решили понизить, но как-то слишком сильно понизили, я думаю, что хотя бы 3 или 2 будет. Касательно сторонника, это надо завершить несколько, именно 10 миссий синдикатов. Хороший повод поискать медальоны, кстати, что вам я советую тоже сделать. Вот она и наша проказа еженедельная. Нужно продержаться как минимум 40 волн в миссии оборона, играя с другом или с клановцем. Это как те самые старые акты, когда нужно было простоять час на выживании, там с кувы и прочим. И видимо опять мы получили что-то эдакое непонятное. Ну, собственно, удачи находить вам типов, которые будут сами так долго стоять. Еще одно интересное, если у нас нечто, это однодневный спекулянт называется. Необходимо выиграть 3 ставки подряд в одной миссии индекса, не давая противнику заработать очков. То есть именно 3, именно в одной миссии, и не давая противнику заработать очков. Поэтому вы уж там постарайтесь, чтобы враги не заносили, а у вас все было хорошо. Дальше еще интереснее, убить несколько спектров Серебряной Рощи, а именно 3. Давненько меня в Серебряной Роще не было, кто забыл, вам надо создавать апотеки, потом находить специальную локацию на практически любой миссии Земли, в виде там разлома, который идет в пещеру, и там активировать апотеки, и приходят спектры. По-моему, за один апотик и так приходит 3 спектра, но в любом случае убедите, что либо у вас несколько апотиков, либо у ваших сопартийцев тоже что-то есть сваренное. Они ежедневные, тут у нас имеется снайпер, танец меча. Правда, я уже успел выполнить 3 волны резни святилища, поэтому учитывайте, это тоже еженедельное, но тут все довольно-таки просто. И вот так вот дела у нас обстоят с текущей ротацией ночной волны. Что же у нас дальше по новостям, это напоминаю я, что закрывается хранилище прайм в этот вторник 21.00 по МСК с Эмбер, Фростом праймами и прочим их снаряжением. Пока что мы можем только спекулировать, откроется ли сразу же новое хранилище, и если да, то с кем, и если с кем, то введут ли какое-то новое оружие, но пока что мы можем только ждать. Также со среды 27 марта начнется празднование 6-й годовщины Варфа, поэтому при входе будут специально вам выдавать бесплатно, предположительно скин Лисета Декс, который мы уже давно видели, и также предметы прошлых лет можно будет получить, выполняя специальные тревоги, поэтому не пропустите. А если у вас уже есть оружие и все, то можете выполнять тревоги, и вам дадут оружие со встроенным слотом. Можете продать оружие, слот останется. И дальше черт его знает, что ждет нас на этой неделе. Может быть, будут обновлены равнины Эйдолона, может быть нет, но строки уже подходят, да и разрабы говорили, что будут какие-то интересные обновления на этой неделе, и говорили они это на прошлонедельном прайм-тайме, поэтому черт его знает, что там такое будет, будем ждать. И теперь мы попробуем немножко необычный вид деятельности для моих видео, а именно попрошу секундочку внимания, под конец ролика оставляю слово своему тезке Максу. Всем привет, с вами Макс, и кто досмотрел данное видео до конца, является натуральным красавчиком. И чтобы прямо сейчас тебе не скучать, предлагаю перейти на мой канал «Вау, какая технология», где я частенько выкладываю интересные видео в 4К 60 FPS, все как ты любишь. На различные технические тематики, обзоры различных железячек и их настройка,
интересные гаджеты, девайсы с AliExpress, только самое лучшее, тем, чем я пользуюсь сам. Причем как высшие видео, так и еще множество нераспакованных посылочек. Что-то тяжелое, интересно, что же там? Скоро узнаем на моем канале. Еще одной рубрикой является аналитика различных торговых площадок, чтобы мои подписчики покупали только самое лучшее и безопасное. Как бонусом, бесплатные консультации в моей группе ВКонтакте на различные также технические тематики. Хочешь собрать комп, не знаешь как, пиши мне, я помогу. Разумеется, только для подписчиков. В общем, переходи, смотри, понравится, подпишешься. До скорых встреч, не прощаюсь. Ах да, ссылка будет вот здесь вот в описании к ролику. Я думаю, ты ее там найдешь. А если вдруг нет, то вбивай в поисковике. Вау, какая технология, я думаю, ты справишься.